Всем привет-привет, ребят! Мы сейчас находимся в Гонконге. Здесь настолько круто, вы даже себе не представляете. Гонконг мы летели через один из самых крупных и самых красивых аэропортов Юго-Восточной Азии, чего в нем только нет. Конечно же, аэропорт в Гонконге не хуже. Добирались до отеля на двухэтажном автобусе с камерами наблюдения. Нельзя назвать Гонконг Китаем. Это специальный административный район, финансовый центр. Не зря Гонконг называют столицей мира. I got a fake ID and a checklist. It goes, never meet a girl on Craigslist. And never spend your money on a necklace. Three square meals, homie, gotta have breakfast. Real shit, she be paying for the date. I be on my Will Smith, enemy estate. Keep my friends close, keep my enemies away. Like they own repellent. По ночам здесь такое движение. Люди не спят, все по улицам топами ходят. Он голодом. Этот туннель на самом деле очень крутой, потому что над нами вода. Мы находимся сейчас в центре города, мы вышли из торгового центра. И здесь просто невероятная красота. Все здания, как вы видите, светятся. Мы решили ночью проехаться на автобусе. Здесь и автобусы двухэтажные. А еще самый прикол в том, что на второй этаж, если вы зайдете, вы можете сесть как водитель, то есть вы будете впритык к лобовому стеклу. Все хотят попасть в камеру. Когда я снимаю здесь в свои влоги, то обязательно все останавливаются и смотрят, что же я делаю. Нашли суши, как в Японии, устрицы, сейчас будем кушать. Метро хотим отправиться в музей науки. Кстати, здесь 80% жителей Гонконга пользуются общественным транспортом, потому что очень удобно и быстро. В супермаркете продаются суши свежие, как в Японии, вот точно так же. Еще, кстати, купили чипсы со вкусом суши. Наконец мы дошли в музей науки. Здесь сначала встречают нас динозавры, которые постоянно шевелятся. Динозавр действительно как настоящий, очень классно сделан. Приехали мы на женский рынок, не знаю, это женский рынок или не это женский рынок, но похоже на то, что это женский рынок. Но я бы не сказала, что здесь намного прям дешевле, чем в наших городах. I got a fake ID and a checklist. It goes, never meet a girl on Craigslist. And never spend your money on a necklace. Three square meals, homie, gotta have breakfast. Real shit, she be paying for the date. I be on my Will Smith. Этот рынок напоминает рынок у нас в Алма-Ате. Только у нас, по-моему, намного круче и цены намного дешевле. Ничего особенного мы на этом рынке не нашли. Дурацкие дорогие поделки. Зря только потратили время. Кушаем чипсы. Мои любимые. Всем опять привет. Пятый день мы в Гонконге. Сейчас мы хотим позавтракать. Переходим дорогу здесь по центральным улицам. Очень оживленно. Здесь всегда оживленно. Утром, вечером. Ночью. Ну, вот ходим по разным торговым центрам, здесь столько всего, всякого барахла, невероятное количество.
все китайские сайты, я теперь знаю, откуда все это. Смотрим технику, здесь очень много техники, но она не дешевая. Я бы не сказала, что у нас есть некоторая дешевая техника, но в основном все дорого. Мы опять нашли место, где продают суши, но это какой-то дурдом. Вы сейчас увидите, что здесь происходит. Я такого никогда в жизни не видела. Здесь какая-то распродажа, то ли акция, там, купи две, получишь одну бесплатно или 100 бесплатно. All day, S Pen, brand new kicks. While you shopping at a Payless, do it on my first take, skipping all the pain. Один кусочек стоит $2. Специальное время. В метро специально сделали для святых людей специальные дорожки. Вот. Здесь для святых показатель пройти с музыкой. Ребята, еще одна необычная вещь. На улице здесь стоит аппарат. И чтобы получить какой-то билетик, мы так и не поняли, что за билетик, какой-то Гонконг-экспресс, то ли на самолет, то ли на автобус бесплатно. Человек должен стоять и держать рукой кнопку, по-моему, 2 часа, если не больше, не отпуская. И тогда аппарат выдадет ему билетик бесплатно. Ну, вообще. Такой красивый, огромный парк, чистый, ухоженный. Можно бесплатно зайти. Дошли наконец мы до аллеи звезд. Здесь очень красиво, потрясающий вид. Я представляю, как здесь красиво ночью, когда здесь, по-моему, здесь идет лазерное шоу. Оказывается, китайцев сюда не пускают из других городов. Им нужна специальная виза, потому что если их будут пускать, то они все сюда ломанутся. Гонконгу капец. Здесь сейчас будет симфония огней, так это называется. Каждый день в Гонконге в 8 часов вечера здесь какое-то шоу. Сейчас вы его увидите. Если оно вам понравится, то обязательно ставьте пальчик вверх. Смотрели мы это шоу огней, конечно, оно не было таким захватывающим, как мы его себе представляли. Вышли, наткнулись на армию маленьких китайских солдат. Да, он еще в сапогах, кстати. Так что я выше. Звезд тоже оказалась не очень интересной. Здесь все китайские актеры, которых мы не знаем, только знаем Брюс Ли, Джеки Чан. Зашли в торговый центр здесь рядом и встретили жаровню. То есть не жаровню, я не знаю, суп варить здесь можно. Платишь за вход, и тебе приносят здесь в большом количестве морепродукты, мясо можно мраморное варить. Всем доброе утро! Сегодня опять дождь. Мы собираемся пройтись по рынку, где продают золотых рыбок. Здесь их очень много, они в пакетах, тоже как в фильмах в Америке показывают. На этом же рынке продают очень красивых маленьких щенков. Они такие милые. Yes,
that's who it is, it's the best in the biz. Amber be alert, cause they checking for the kid Henderson. Yeah, I'm back, just doing what I do. I'm bored with your games, I suggest you get a clue. Yeah, it's like they never knew, I can spit it so precise. Bet that I'm all up in their head like lice. I'll never take it back, I ain't taking your advice. And they know what I mean, motherfucker, cause I'm nice enough. Yeah, well I got what you needed. It might sound conceited, but I would not concede. I ain't fucking with rucks and I'm way out of your league. I ain't messing with your scrubs, yeah, that's word that I can read enough. So close, motherfucker, I can taste it. Y'all don't see the vision, you should get some LASIK. Feeling so good, you could say I'm on that mate shit. It came from the heart, so that's why I had to pace it. Мы наткнулись на какую-то запостовку филиппинок. Я не могу, их тут просто такое огромное количество. Вы смотрите, они возле банка сидят, всемирно известного HSBC. Здесь так все дорого, и нужно столько много денег брать с собой, чтобы здесь жить неделю, две недели. Здесь дороже, чем в Токио, потому что мы вот жили тоже в Токио, и мы сравниваем цены даже на те же отели здесь по выходным. Пятница, суббота. Отели поднимают цены в два раза. Все бренды представлены. Вот я даже сейчас иду по главной улице, смотрите. Здесь просто дурдом. Yeah. Well, I need a dollar, dollar, dollar.